Мужчина! Мужчина, вы кто? Вы откуда? Вы что здесь делаете? Вы извините, ради бога, я только что на ваш балкон спустился. Это вы наш сосед сверху? Не, я... Как это сказать? Я вашу соседку сверху. Это, что? И 69-й квартиры. Стойте там, мужчина. Там просто муж неожиданно домой вернулся, и вот... Я все поняла. Вы, пожалуйста, уходите куда-нибудь, потому что сейчас мой муж неожиданно домой вернется, и нам будет плохо с вами. Пожалуйста, уходите куда-нибудь. Ленусик! Вовочка! Я дома! И я дома, что тебя... Там снежок, ты знаешь, дорогая. Да, тут... Это недоразумение такое. Недоразумение? Да, это я... В синих трусах. Еще себе подарок. В Новый год. Вовка, не то, что ты подумал. Застал я все-таки вас, любовнички, я так и думал, Лена. Не-не-не, мужик, я сейчас тебе все объясню. Да. Но я был сверху. Не надо подробностей. Я серьезно тебе говорю, я только слез и... Скотина, не беси меня. Да слушай меня, я говорю, она лежала на диване, я неожиданно вошел и... Все. Пошел неожиданно? Да. Вовочка, подожди, мужчина, помолчите, вы только все портите. Вовочка, я тебе честно говорю. Ну? 5 минут назад, он еще был 69-й, я его первый раз вижу. Я что? Первый раз? И уже в 69-й? Да, Вова, это не то, что ты думаешь. Сейчас я узнаю, за что ты мне мстишь. Я же тебя так любил. Я же тебя каждое лето в Бердянск вывозил. Это ты за это мстишь? Вова, да я не мщу тебе, ну честное слово, вон посмотри, я тебе даже в подарок костюм купила. И ты врешь, это его костюм. Да как он может быть его, у него даже размер больше. Ты же говорила, размер не главное. Мужик, послушай меня, я говорю, я был у соседки, у Машки. Машки ты был? Да. Посмотрим, какой у Лены размер груди, ну. Откуда я знаю? Слушай, ты, какой размер груди? Пусть будет 5-й. О, спасибо. Знаешь, ты что? Мало того, что ты мне изменила, так ты мне еще и с дебилом изменила. Слепым. Че это я дебил? Потому что адекватный человек может отличить дымки от висташек. Что? Ну, знаешь. Молчи. Это вообще. Вообще. Какая у нее татуировка на спине? Ну, куда я знаю? Какая? Купола. Я не спала с ним. Вова, это случайно. Откуда он знает? Я не спала с ним. Спала ты с ним. Спала. Я вижу, что ты спала. Посмотри, как ты выглядишь. Боже мой, как я выгляжу? Прекрасно. Прекрасно выглядишь. Ты так хорошо никогда не выглядела. Совестная. Что она кричит во время секса? Но... Не подсказывай.